Умираю с голоду, официант! Да, сэр, сейчас! Эй, Амадео, ты ведь любишь мороженое? Ой, я люблю то же, что и ты. Жених и невеста! О, нет! Это Зади Рейс! У нас тут лучший игрок в игрушечный футбол! Кто победит, тот и настоящий чемпион! Как скажешь! Мяч у капитана! Точный пас через все поле! Опасный момент! Удар! Победа! Амадео считал, что с обидами покончено. Но когда спустя 7 лет его соперник Эйс возвращается, начинается настоящая схватка. Спасибо, мой городок. Почему ты постоянно говоришь «мой городок»? Потому что он маленький. И он мой. Начинаем снос. Нет! Чтобы спасти свой город, вызываю тебя на матч. Но сыграем в настоящий футбол. Если проиграешь, вернешь нам город. Амадео понадобится небольшая помощь. Амадео! Та-да! Сегодня ты начинаешь новую жизнь. Ага, в психушке. Теперь маленькие герои... Наверное, это просто такой сон. Неужели не просто так? Мы поможем тебе выиграть! Должны победить величайшую команду в мире. Я тебя раздавлю! После дождичка в четверг. Хотя был дождь, но это не важно. Ну что, как я его приложил? Да его так с детсада не прикладывали. Добро пожаловать на первую игру на самом грандиозном стадионе в истории! На кону стоит наш город. Ребята, это только начало. Мы суперкоманда! Катя Айова. Тебе правда нравился этот лузер? И до сих пор нравится. Никита Пресняков. Надо просто поверить. Павел Прилучный. Смотри, какие банки. Александр Соколовский. Бета говорит, забей и выиграй. Что это с ним? Краски, небось, надышался. И другие звезды молодежи. Еще посмотрим, кто кого. А также Нобеля Рустамян и Константин Генич. Круто. Суперкоманда. Ребята, надо работать головой. Ура! Есть еще светлые идеи. Есть еще светлые идеи. Это мы уже пробовали, Амадео. В кинотеатрах с 29 апреля в 3D и 2D.